Я не знаю, о каких заповедях, вернее, примерно я догадываюсь, что за заповеди – это «не убий», «не укради», и это общечеловеческие ценности, которые, по идее, с годами, с веками, с тысячелетиями, они почти не меняются, хотя все равно мир настолько изменился за последнее время, что даже у таких понятий, как честность, нравственность, все равно есть оттенки. Это как свежесть, как говорил Булгаков в «Бессмертной», ты отмонтируешь, да? Ну, я могу сказать, как говорил Булгаков словами, я уж не помню, какого из героев, но он сказал, что свежесть может быть только одной степени. Она либо свежая, либо нет. Так и нравственность, да? Но мы видим такие странные вещи вокруг себя, и ты вроде декларируешь одно, делаешь другое. Поэтому все эти оттенки, они... Может быть, достойное осуждение, могут быть достойное понимание. Поэтому я думаю, что есть основные правила поведения в обществе, которые понятны и ясны всем, кроме маленьких детей, которым это доносят родители и школа. И для взрослых, конечно, существуют моральные принципы и, безусловно, кодексы. Уголовный, гражданский, административный, где каждое твое деяние оценивается со стороны государства. Я думаю, что это правильный и цивилизованный путь, просто чтобы не было перегибов. Вот мое самое главное мечтание и чаяние. А в остальном, как говорил Кант, Эммануил, звездное небо надо мной и там, закон внутренний во мне. У каждого есть человека стержень, я думаю, такой нравственный, какой-то то, что... такое хорошее понимание и что такое плохо. Я думаю, в принципе, это не должно отличаться у разных людей. Понимание этого.